Поезд Победы прибыл в выходные в Нижний Новгород. Это уникальная экспозиция, рассказывающая о разных периодах Великой Отечественной войны. Поезд пробудет в Нижнем Новгороде до завтра, но попасть туда сложно. Желающих очень много, и все билеты были забронированы в течение первого получаса. Такого дня еще увидишь. Это надо, чтобы наши внуки, правнуки все это посмотрели бы, что было. Очень здорово. Я вспоминал, это действительно правильно все показано. Да, воспоминания тяжелые, но вы здорово сделали. Все периоды, от начала войны и до конца. На сегодняшний день мы проехали уже более 90 городов. Поезд пересек всю страну от Крыма до Владивостока. К нам ходят все социальные группы, начиная от детей. Это школа к нам привозит, курсантов, кадетов. К нам приходят пенсионеры, инвалиды. Все, кто могут, все, кто хотят, мы всегда их рады видеть на поезде. Поезд никого не оставляет равнодушным. Многие выходят со слезами на глазах, многие выходят задумчивые. Но поезд вызывает настоящие эмоции. Если мы вызываем настоящие эмоции, значит, мы работаем не зря. Сейчас многие дети задают вопросы, а как это, что это? Вот здесь как раз получают ответы и в помощь тем, той работе, которую у нас и в школах проводят, на уроках истории, на классных часах, когда учителя рассказывают, объясняют историю. Но здесь ты, получается, вот тебе наглядное дополнение того, о чем говорим мы в школах.